Итальянская улица. Дома в большинстве своем построены не позже июля 1914 года, то есть до начала Первой мировой войны. Прежде чем подойти к зданию, где прежде была гимназия Неонилы Савичны Дарьи, нужно сделать небольшое отступление. Бытует мнение, что эту улицу назвали итальянской потому, что на ней жили итальянцы. В свое время историк Рена Ильинична Саенко, рассмотрев сведения о домовладельцах Мариуполя, установила, что итальянцы имели дома в разных частях города, на разных улицах. А эта улица получила такое название потому, что в начале ее на средства итальянцев была построена римско-католическая церковь. Еще одно примечание. То, что видно сейчас на экране, совсем не так, как выглядело до начала сентября 1943 года. Гитлеровские оккупанты сожгли большинство домов на Итальянской. Именно в этом здании в 1910 году была открыта Мариупольская частная женская прогимназия. Такой она была 100 лет назад. Ее учредительницей была Неонила Савична Дарий. О ней известно только то, что ее муж имел чин надворного советника, который соответствовал пехотному подполковнику. До наших дней сохранилась фотография с ученицами и их наставниками. Вот директриса гимназии Неонила Савична. Законоучитель отец Василий Баев. А это будущий директор Мариупольского краеведческого музея Иван Пантелеевич Коваленко. Он преподавал в гимназии биологию. Удалось найти карточку-визитку с изображением учительницы этой же гимназии Марии Федоровны Волошиной. Это учебное заведение, как частная гимназия, просуществовало, пожалуй, до 21-го, может, до 22-го года. После гражданской войны гимназию национализировали и назвали трудовой школой номер 2. Многие педагоги продолжили работать в ней, в том числе и Мария Федоровна Волошина. Она преподавала русский язык. В середине 30-х годов
школа номер 2 пополнилась новыми преподавателями. Это были учительница математики Галина Митрофановна Ганжа, на фотографии она с мужем, и преподаватель химии и биологии Иван Федорович Глотов. Пятидесятые годы вошли в историю как период тесной дружбы Советского Союза и Китайской Народной Республикой. На Азовстале практиковали китайские студенты и специалисты. Дело в том, что китайский металлургический завод был во многом похож на Азовсталь. А жили китайцы в этом двухэтажном доме. Дом номер 61. Его сожгли немцы. И немцы, уже военнопленные, его восстановили. Говорят, хорошо работу сделали. А в дом вселилось 6 семей. И хоть тесновато было, жили дружно. Нужно сказать, что не все погорелки удалось восстановить. Об этом напоминает уцелевший цоколь особняка. Петр Алексеевич Мамонтов – главный инженер треста «Завстальстрой». В этом особняке он жил с семьей. Мамонтов вошел в историю нашего города, и вот почему. Гитлеровцы, отступая из Мариуполя, взорвали на заводе «Азовсталь» доменную печь номер 4. Печь на 1.5 метра сместилась по горизонтали и наклонилась под углом по вертикали. Демонтаж махины массой 1300 тонн потребовал бы массу времени и средств. Выход нашел Мамонтов и его соратники – Каминский, Крупенников и Галкин. Они разработали метод возвращения дома в первоначальное положение при помощи домкратов и системы лебедок. И впервые в мировой практике воплотили его в жизнь. За это коллектив специалистов во главе с Мамонтовым были удостоены государственной премии. В наши дни в здании бывшей женской гимназии Неонилы Исаевичны Дари располагается Главное управление Государственной фискальной службы по Донецкой области. И у руководства этого серьезного учреждения есть планы восстановить первозданный вид исторического здания.